Всем привет, меня зовут Надин Шмафин, и это игра под названием Туник. Новая игра, во всех случаях новая, она вышла буквально вот на днях. Она вроде про какого-то лисенка. Да, вот этого. Ты там что, спишь? Жопа кверху. А, нет, морда. Сорян, попутала. Вставай давай! Разява. Вон, аж челку себе на этого. Неудачно ты поспал, лисенок, хочу тебе сказать. Ёб твою мать. Вот это я деловито шагаю, конечно. И челка такая бринь-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 бринь. Что за дрянь? Так, ну я, короче, умею вот такие выкрутасы делать. Я деловой лис, у меня челка. 2007 на дворе. Я пошел за блейзером. Так, ну-ка, что тут? А как мне взаимодействовать с этой дрянью? Окей. Блять, ну очень понятно, конечно, извините меня. Так, это что? Это куда это кинуться? Не могу кинуться, ЛТ. А, это зафиксировать врага. Но я лошара, у меня ничего нет, и врагов я бить тоже не могу. Так, а тут что? Че? Это что сейчас было? Подожди, вот там что-то глючило чем-то. Ну, внизу я вижу, что-то есть. Бля, ну я не знаю, у меня ничего нет так-то. Сука! Какие-то деревья в виде коробок преграждают мне путь. Сволочь. А что я? Что с тобой? А, я устал. Вот он и это, потеет как ненормальный. Мне, может, оружие дадут? Алло. Добрый день, есть чем драться? Давай сюда, чтобы не... Так, палка. Твою мать, палка. Икс. Два икс. Что? Нет, икс. Ебать. Короче, у меня теперь есть палка. Я буду хуярить всех. Ну-ка, тебе их можно хуярить? Хуй там. Ладно, я деловитый лис. Теперь у меня есть палка, я сейчас всех отпизжу. Хуй там. Так, добрый день. Кому пиздюлей? Вы что такое? Ой, блядь, страшные вы. Замолчите. Пошел нахуй. Я тебе еще пиздану. Уебан ты. А че вы толпой-то? Я, блядь, че, вкопчено, что ли? Иди нахуй. Так, тут кошки сдохли. Я лис, мне пофиг. Кошки это не моя забота, потому что я лис. Я деловито пошел. Слышь? На, получай. Это что, пустите? В смысле закрыто? В смысле, блядь, закрыто? Могила героя. Блядь, вы что, издеваетесь? Я еще жив. Я еще живой так-то. Я деловой, живой лис. Еще сразу могил героя-то. Кого пиздануть? Кого бы, блядь, пиздануть? От всей души. Палкой. О, а тут что? Чей-то? Город. Вот, мне туда и надо. Ну-ка, стой. Ты что, издеваешься? На, еще разок. Ау. Я сейчас умру. Пизда мне, я пошла на могилу героя. Сдохни. Завали свой ебальник, чтобы ты там не было. Не подходи ко мне. Я буйный. Я буйный, блин. Сука, отстань. Отвали. Все, я поехала в город. Блять, а тут еще один. Сука, я тут сдохну. Он застрял. Лошара. Нет, не лошара. Все-таки соображает что-то. Все, вот так будет быстрее. А я деньги, надеюсь, собирали, что за дрянь. В смысле? Там город. А чем меня не пускают? Эй! Эй, это что за угнетение прав, лис? В
Пустите меня в город, алло. Я сейчас где-нибудь тогда сдохну. Чего, у меня ничего нет, кроме палки. Даже ХП нет. Я сейчас сдохну, я натурально сдохну. Я сейчас сдохну, вы все плакать будете. А, можно просто обойти. О, что это? В смысле, подожди, я же лис. Какого хрена тут кошки? Они мне кто? Не, это, или это может не кошка? Нет, у нее нос длинный, значит это лиса. Я типа поклоняюсь лисам. Лиса поклоняется лисам. Короче, я пошел. А можно это как-то открыть? А че вы возвратились-то? Хуели? Вот суки. А есть там сундук, может? Сундук есть? Есть что? Сука. Ладно, я пошел. Ключ! Давайте. Да! Очень, конечно, понятно, чего там написали, но я взяла. Так это что? А тут город уже кем-то захвачен. Не пиздюлей тут дадут. Это могила героя, может, это? Может, мне просто... Подожди, а тут пройти нельзя. А что так сложно-то, господи? Подожди, тут не пройти. Снова эти коробки деревья мешают мне жить. А я пойду могилу героя открою. Я пойду. Не подходи ко мне. Иди отсюда нахрен. Я пошагал, у меня палка есть. Подожди, а где она это? Вон она. Слышь. Так, я могу бегать? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я что натворила? Что? Нет, подожди. Так, ну-ка откроется. Окей. Ну ты, конечно, въебал этот ключ от всей души. Так, и что это? Че это? Страница 28. Как позвонить западный колокол? Восточный лес, могила героя. Че? Ой, мама. Это для слепых, понятно. Это инструкция. О, кран игры, готовое снаряжение. Важа выносливости. Когда я устаю, удары становятся больнее. На всю голову. Ага. Ага, мне тут руководство дали. Ну что-то вы как-то поздновато мне дали. Я уж тут 8 минут хожу, так-то не соображаю ни черта. А что тут уже? Тут все забрано. Зачем мне тут жить? Все, я стал смелее, я бью как уебан. Так, я своим хвостом пошел. Пошел. А это что? Там что-то еще есть, блядь. Запустите меня, блин. Охренели, что ли? Чувствую разочарование. Пошел я вилять своим хвостом в другую сторону. Так, тут что? Есть что? Дайте мне что-нибудь, кроме палки. И начните говорить-то нормально. Я не знаю, вам было жалко текст писать? Типа, на кой хрен нам писать какой-то текст, если тут все интуитивно понятно? Блять, очень понятно. О, сейчас пиздану. Слышь, мелочи, тебе пиздану. Тебя тоже пиздано. Опа, я прекрасен. Еще и буяню. Супер. Что это? Можно мне оружие, что ли, какое-нибудь, а не палку? Эй! В чем смысл моей жизни? Куда я иду? Что я хочу? Почему мне, я не могу пройти через эти деревья? Они странные. Там город захвачен, но там не пройти в любом случае. Восточный лес. Пизда мне в восточном лесу будет. По-любому. Чекайте. Восточная колокольня. Ну-ка. Иди сюда. А? Все, я всех отпиздила. Там снова какое-то руководство. Блять, ну бить посуду это прям самое лучшее чувство на свете.
Я не понял. Тут был город Лиса, его захватили? А я что, меня бросили? Меня мама отказалась. Лисячья, вот это. Ну окей. Чё это? РТ-щит. Ага. Перекаты, перекаты. Чего? Зажечь? Зажечь. Зажмать. Ладно, черт с тобой. Иди сюда. А может, не надо меня в подземелье-то сразу? У меня кроме палки ни хрена нет. Дайте мне что-нибудь кроме палки, я не знаю. А что музыка кончилась? Без музыки-то совсем плохо и грустно. Так, это что такое? Это что-то, куда я попасть не могу. Ага, это надо другим путем пойти, чтобы мне тут веревка упала. Ладно, я понял. Я понял. Только я смысл своего существования не понял. Я быдло лис. Я тут посуду всем ломаю. Тут все живут, припевают, а я прихожу и ломаю посуду. Звучит похоже на правду. Ой, я ебнулся. Пизда мне. Я сохранюсь. Это же сохранение. Там опять уже все сундуки открыли. Ну что, смысл-то в чем? Эй! Эй! Можно нос туда сунуть? Сука. Ладно, я пойду. Восточный лес. Ну, восточный лес, восточный лес. Добрый день. Добрый день. Ты, блядь, что такое? Не, а! Это что? Что за Пикачу? Иди отсюда. Так, это тут можно утопиться? Утопиться, утопиться. Он что-то от меня хочет, этот колодец, но он говорит на каком-то своем, и я не понимаю. Я не понимаю, это лисячий язык такой, и что? Нет, они опять в меня стрелять будут, а у меня только палка, пацаны, у меня только палка, палка у меня, блядь. Потише со мной, я новенький, блин. Вы что творите, я сейчас сдохну тут. Они лопнули. Твою мать, это за что меня так... О, это что? Сундук. Дайте мне что-нибудь, кроме палки, пожалуйста. Есть что? Блять, да что это за дрянь? Что я собираю вообще? Ой, а меня там еще и отпиздит куча народу. Ну а почему? Почему они, вон, существуют, а я с палкой? Дайте мне что-нибудь еще. И почему? Я могу еще шифтить? А, да, могу, вон, я бегаю. Ёптить. Етить я что умею? Я нашла способ бегать. Нет? Что за соплями я воюю? Я не понимаю. Я как лис не понимаю, что происходит. Ты там застрял, я надеюсь? Не подходи ко мне. Не подходи ко мне. Я сейчас умру. Могила героя. Да, блядь, я тут геройски умру от этих соплей. Я не понял, мой рот меня бросил? Почему я тут один? Дайте мне еще оружие. Можно оружие, пожалуйста? Да что тут? Очень понятно, а что это? Это что? Это на каком языке? Нет, мне это не надо туда. Мне это вообще никуда не надо. Что происходит? О, очередное руководство. Ну-ка. Фокус на цели. Дает пор своим врагам. Так это я умею. Момент безопасности. Пыль покажет. Чё? Пыль покажет неуязвимость? Атаковать можно и без выносливости. Отлетаешь, сбит с ног. Блин, чё так сложно? За что меня так? Почему моя жизнь такая сложная? Я пойду пить эти банки, бочки. Могила героя. Сейчас пиздану у всех. Это деньги? Это какая-то валюта местная? Что происходит? Блять, он там жирный, я сдохну. Он еще и не один. Он с пацанами. Ай, бля. Ай, бля, пизда мне. Я выжила. Кажется, это ненадолго.
А тут все перекрыли, и там по-любому еще враги будут, и я точно сдохну. Ну, конечно, вот эта дрянь меня убьет. Я умираю. Лис умирает. Да замолчите со своим восточным лесом. Я умираю тут вообще-то. Тут могила героя, видимо, моя. А что, мне снова с ними драться? Там надо как-то откатываться, перекатываться, что ли? Чтоб получше-то жить. Ну-ка, это что? Ну-ка, заходи. А ты кто? Не буянь? Ёб твою мать. А что вы такие жесткие? Я с палкой! Можно я слезу? Не подходите ко мне. Блять, я ягоду сожрала. Зачем? Я не хотела назначать ее вообще на эту клавишу. Ни на какую клавишу не хотела ее назначать. Я сожрала свою ягоду просто так. Я не была голодной. Блин. Сторожевой пост. Да дайте мне, пожалуйста, хотя бы какое-нибудь оружие. Оружие. Почему я не могу пройти сквозь эти дурацкие деревья? Что это за дрянь? Что это? Вы ждите, я жирный. Я жирный, я пройти не могу. Я негодую. Я сейчас умру. Я точно умру. А что мне делать-то? Что мне делать? Что мне делать? Я ничего не могу сделать. Меня сейчас отпиздят. Можно по одному хотя бы бить, а не вдвоем? Стой, стой ты один там. Стой, стой, стой. Нет, да не так все должно быть. Стой! Ты еще и похерился. Блять, тут надо удары считать. Не подходи! Сука. Блять. Как я не люблю игры, где нужно считать эти сраные удары. Блять, ну я сдох. Дайте мне, пожалуйста, хотя бы, блять, что-нибудь, кроме палки. Я уже сдох. За что меня так, блин? И куда я такой пошел? На небеса? Ты моя мать, ты меня бросила. Она показала мне ручкой, что иди нахуй, справляйся сам как хочешь, вот тебе палка. А что мне делать? Что мне делать? Ну что? Что мне делать? У меня только палка. А я могу пробежать? Это сейчас вопрос на... Типа я потеря... Ой. Это моя жизнь? Это я? Это мои деньги. Тихо! Блять, да не хочу я с вами драться! Да подождите вы! Подождите! Сука! Вы что натворили? Не пищи! Пожалуйста, я хочу жить! Не трогайте меня! Нет! Ёб твою мать! Меня зажало. А он ломает эту дрянь! Он ломает! Подожди, стой! Подожди, подожди, подожди! Я сейчас вернусь. Когда-нибудь, наверное. Блядь! Там надо его туда провести, чтобы он сломал мне путь. Почему так сложно, блядь? Я думала, это будет какая-нибудь милая игра. Это какая-то сранина. Сложная. Я дерусь, блядь, палкой. Еще и на каком-то языке непонятном. Пошли нахуй! Опа. Так. Замолчи. Замолчи, не хочу тебя знать. Спокойно. Спокойно, спокойно. Иди сюда. Опа! Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Ты сейчас заберу? Пусти меня, пожалуйста, пожалуйста. Пусти меня сюда, пожалуйста, сломай. Вдруг там ружье. Вы что, друг другом пиздитесь? Я надеюсь, что с друг другом. Ай, блядь. Так, кто сломает мне теперь эту дрянь? Дайте мне что-нибудь. Почему я, блин, дерусь дурацкой палкой? Это что? Что с этим делать? А. Ну
Ну пустите меня! Ну почему? Ну чем меня прокляли? Почему я, блядь, с палкой? Дайте мне что-нибудь. О, меч! Слава богу. Да, я буду жить. Наконец-то я буду жить. Я... Что? Что? Что ты смотришь? Ёпки, подожди. Вот это, пожалуйста, вот. Да подожди. Вот, все, я поехал. Все, я наконец-то заживу. Все, мне ничего не страшно. Ура. Дайте денег. Хотя подождите, я и так собираю деньги. Зачем мне деньги? Мне вот это надо. Ну да, мне дают деньги. Так на кой хрен мне деньги? На кой хрен они мне? Что я буду с ними делать? Не подходи, блядь, ко мне. Не хочу тебя знать. Уходи. О, а эти уехали куда-то. Ну и дураки. Так, я деловито пошел. Пошел отсюда. Я пошел. Так, ну что, я могу теперь сохраниться? У меня есть хотя бы какое-то оружие. Не палка. С палкой больно жить. С палкой жить больно. Я пойду. Так, вот давайте вот это все мое. Это мне не надо. Это никому не надо. Все, вот это давайте. Что это? Это граната? Чуть за дрянь. Ну пусть на Б будет. Случайно опять нажму и трындец. Убью сама себя. А что это у вас там за туса? Вы что охраняете? А что вы тут побежали-то? Что побежали-то? А у меня теперь меч, мне не страшно. Чего вас так, блядь, много-то? Я теперь понимаю, почему лисы изгнали из этого мира. Вы посмотрите, что они творят. Они переломали всю посуду, поубивали кучу народу. Вполне возможно, что эти чуваки никому ничего плохого-то и не делали. Что это? Куда я ушла? Живут себе и живут, что называются. Тут приходит лис, ломает им все горшки, убивает их нахер и убегает вот такой счастливый. Ну ладно, мне хотя бы не дали меч. Нижний лес. О, это что? Это пиратское что-то? Что это такое? Алло. О, что? А там какой-то сундук. А, мне, наверное, надо какое-то приспособление, чтобы делать... А вы что? А! Я думала, вы там заняты! Это что делаешь? Я думала, они там стоят, занятые такие, смотрят. А что смотрите? Ты что это такое? Дрень какая-то. Так, и чё? Куда я пришла? Нахрен мне нужны эти кусты? Я тут... Пауки! Фу! Господи, нет! Как выйти? Ёптить, я не хочу! Они страшные. Пизду вас всех. Не пойду я к вам. Мне точно нужно было это? Ну там вообще сказано нижний лес. Мне там нужно куда-то позвонить. Видимо, телефоны еще не изобрели. Приходится звонить в колокол. Может, я должна изобрести телефон? Это вам не надо. Подожди, а это тоже вам не надо. Там пройти можно. Че сидим? Ай, блядь, нихуя ты что творишь? Пока. А можно? Эй-эй-эй-эй-эй. А ты не можешь спуститься. А я сейчас подлечусь, и они вернутся. Они выживут. А мне снова с ними драться. А я не знаю, может мне в них динамит кинуть или что это такое. Ну-ка, подошли. На! Сработало? Вас там убило? Да не ты, блин. Но он умирает. Лошара.
Знаю, как связываться с лисами. Лисы те еще проказники. А что это? Куда это ведет? Путь к могиле героя. Очередная. О, сундук. Давайте. О, еще граната. Супер. Не зря потратила. Тратишь одну гранату, убиваешь трех чуваков в броне, и ты восхитителен. Только дали бы мне уже ружье, наконец. Вместо меча. Не, ну, меч, конечно, лучше палки. Но ружье лучше меча. Не иди ко мне. Плохо закончишь. Так, это никому не надо. Я тут вырубаю лес, между прочим. Я настолько плохой лис. Так, давай, что тут, блядь? Извините, паркур у меня небольшой. А куда мне деньги-то тратить? На что? А они точно мне что-то плохое сделали? Они просто стоят. Ну, типа, они явно что-то охраняют. Мне кажется, главный злодей тут я, а вовсе не те, кого я убью. Ну а что, они вроде никому ничего плохого не делают. Ну, пауки страшные, поэтому их надо убивать. А ты чё? Ты куда бежишь? Тут это, занято. Все. Не, ну с мечом, конечно, попроще. Гораздо. Попроще, поприятнее. Так, двери открыть надо, да? Короче, странно тут система, что ли? А, ну да. Так, я пошел. Понесся. Вот так вот. Сторожевой пост. И тут опять какие-то сопли, с которыми драться. О, спасибо. А что это за деньги? Мне что с ними делать? Что это? Я снова что-то сломала. Это что, покусанный мдмс? Что это такое? Так, ну я какую-то лестницу спустила вниз к соплям. Не хочу к соплям. А ты босс, да? Подожди, или ты... Ты... Папаня и твой детенка? А, нет, это капитан стражи. Прикиньте. А в смысле это первый босс? А в смысле первый босс? А я победила. Это потому что лошара. Понял? Так, а что мне это дало? А. А куда я иду? Какая моя цель? Я не понимаю. Я не очень понимаю. Я не очень умный лис. Что делать? Что это? РБ. Что-то на РБ. Ну, видимо, это похилится. Может, я садовод бывший? Я не знаю. Куда я иду? Куда лежит мой путь? Почему я собираю деньги? Где мне эти деньги применить? Вообще там спуск был так-то. Я могла спуститься. Вдруг там что-то полезное было? Кроме соплей. А я вышла к капитану стражи. Но капитан стражи что-то какой-то хреновый был. Видимо, по объявлению взяли. А, это не ломается? А нет, ломается. Так, и зачем оно существует? Там же ничего нет. А тут темно так-то. И куда я вышла? Восточная колокольня. Звонить, ударить. Ой. День. Чё, блядь, за день я устроила? Я устроила какой-то день. Так, это повесится? Пойду к соплям схожу. А что я натворила? Я чё-то позвонила, натворила чё-то. Так, ну там я к соплям пойду, к соплям. Не знаю, не могу жить без соплей. Ну или без приключений на жопу, тоже вариант. Не, ну а что, там наверняка что-то есть. Зачем мне деньги? Зачем лесу деньги? Я так понимаю, что оружие покупать не надо, поскольку ты находишь это оружие. Так зачем мне деньги? Ничего покупать. У кого главное покупать? Слышите? Вы что-нибудь знаете по этому поводу? А, и ты еще ебанул меня. Ебанутый? Что ли? Так, а тут что? Ой, мама.
Я знак сломал, он мне был нужен, я не знаю, где я. Черт. Подожди. А, только это ж проход туда же. Да? Не понял. Сейчас не понял. А вы уже родились опять назад. Ну-ка, брысь. Я пошел. Все еще не понимаю, в чем смысл моего существования. Куда я иду? Зачем я иду? Ох уж эти истории, рассказанные без слов. Без букв. Без смысла. Без сюжета. Я тебя сзади ебану. Так, и что? Что? Ну, мне нужно позвонить в еще один колокол, и что-то будет, да? Ага, вот я нашла сундук. Так, и что тут? Еще одно зелье. Нет, два зелья. Должна ли я быть от этого счастливой? Я не знаю. Так, ну... Я что-то там... А, подожди, там чел есть. Подожди, дай. Блять, туда с другой стороны дойти. Но я там уже, походу, была. Он просто возродился. Так, ну ладно, я тогда вернусь, спущусь, поднимусь. Короче, пойду повешусь на той веревке, на которую я там это опустила. Потому что она, видимо, ведет куда-то, куда мне нужно еще. Я заблудилась немножечко, если честно. А ты что тут стоишь? Твой этот папаня уже сдох. Блин, когда тут музыка кончается, такое ощущение, что я просто какой-то маньяк-убиватель. Я вырезаю мирное население. Все еще я думаю, что главный злодей тут я. Блин, жили-были лисы, и они приходили и вырезали всех. А что за день? Что за колокол-то? Ты что такое? Мне это зачем? Я поклоняюсь богиням лис? Подожди, фокус на цели. А там же еще какое-то было руководство. Куда идти, наверное? Вот. Западный колокол, старый дом, затопленный колодец. Подожди. Это я восточный позвонила. В дальних краях есть сокровище, что было навеки сокрыто от мира. Говорят, что с ним можно победить саму смерть. Я еще как победить смерть? Я что, дурак? Ну, вообще-то я лис. Кто знает, что на уме у лис? Так, ну мне, наверное, надо вернуться и отписить там кого, кто чего остался. Да? Правильно? Вот их, например. Так, и что? Тут очередное руководство. Окей. Это карта, походу, да? Ёптить. А что такая большая? Я рядом с каким-то старым домом. Слюрмяк? Автопушка? А у меня нет этого щитка. Вас сказали, нужно отпиздить в руководстве. Не надо меня бить в жопу. Пожалуйста. Так, ну что ж. Пум. О, тут еще что-то. Сохранялка. Сохранялка-оживлялка. Короче, я сижу там целыми днями рядом с этой статуей. И пока я там сижу, они все нарождаются заново. Подожди, а тут что? А я тут была, между прочим. Да? Да. Но ты все еще буйный. Так, а что тут написано? Главное не ломать. Город. Не в город. А в городе есть что-нибудь? Или в городе меня все-таки отпиздят? А, о, дом. Может, в доме кто-нибудь есть? Оно в воду попадало. Блять. Ну, это типа мельница. Это еще так сложно. Че? Мать-перемать, это что такое?
Это что? Это что это? Ты что такое? Чел, а что ты за леденцы продаешь? Это что такое? Давай, что это? Я покупаю кошек. Что? 300? Нет, извините. Извините, я с вами торговать не хочу. Я вас что-то купила на сотню, я пошла. Так, это надо на Y. Это тоже какой-нибудь динамит? Леденцовый причем. Что всех убило нахрен от диабета. Так, это что? Ебать. Ну и путь. Как сложно. Как сложно жить на этой планете. Ну, в общем, такая вот игра. Я думаю, на этом мы сегодня закончим. Она выглядит довольно милой и приятной. Ну и, в принципе, не слишком замороченной по геймплею. Хотя история, честно говоря, у меня все еще вызывает вопросы, что за лис, куда он идет. Такие вот дела. Обязательно подписывайся на канал, ставь лайк, оставляй комментарий. Всем спасибо, всем пока.